Известный факт, что Даня Милохин платит своему водителю 20 тысяч денег в день. И мы выяснили, почему это стоит так дорого. Угадай, где я? Вы сзади. Угадай, кто я? Вы Даня. Круто, а теперь ты. Данила Вячеславович, мне за дорогой надо следить. Напомни-ка, сколько я тебе плачу? Угадай, кто я? Ты водитель! Скучно. О, а что это у тебя за фотки? Это твои дети? Это иконки. Красивые. А что у тебя в бардачке? Вы прекрасно знаете, что у меня в бардачке. Дай! Попыт! Минута спокойствия. Я победил! Ух ты, здорово! Как получается у вас все время, это не знаю. Это закончился, купи новый! Купи! Новый! Скучно! А дашь порулить? Нет. А побибикать? Нет. Дай! Все ж меня хватит. Я скоро с ума сойду, я как будто с душевно больным каждый день общаюсь. Мне никаких денег не надо, я ухожу! 30 тысяч денег в день. Угадай, кто я? Ты водитель! У-ху!